Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели акцию «Стань заметнее на дороге» в культурно-досуговом центре «Молодежный». Детям рассказали о правилах безопасного поведения на дороге и важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Ребята узнали, каких видов бывают элементы и как правильно их носить. Для закрепления полученных знаний госавтоинспекторы провели викторину. А после показали мультфильмы о правилах дорожного движения и подарили световозвращающие значки.